гонял по делам тут в городе Сестрорецке. Зашел вот в эту шаурмячную. Ну, моя оценочка этой шаверме, ну, троечка, ну, может, с трудом четверочку натянет по 10-бальной шкале. Само заведение точно троечка, маленькое, небольшое заведение, туалет ничего нет. Довольно-таки так, не скажу, что чисто, стулья неудобные. И за этой стойкой сидеть тоже не совсем удобно. Сама шаверма попросила сделать поострей. В лаваше стоит 200 рублей. Меня еще за халапеньо 25 взяли. 225 шаверма. Мяса мало. Салат. Салат положили много обычной, не пекинской капусты, не салата, а обычной. Обычная рубленная капуста. Помидора, по-моему, вообще не было. И, может, чуть-чуть огурец. Ну, короче, салат невкусный, мяса мало. Лаваш так себе. Ну, троечка. Если вы будете здесь, в Сестрорецке, вот в этом месте, конечно, не отравитесь, я думаю. Но еще не вечер, посмотрим, какие будут последствия. Но мне эта шаверма не понравилась. Моя оценка ей по 10-бальной шкале 3. Ну, а сейчас я иду дальше по своим делам.